Здравствуйте. 29 марта 2022 года. Вот сегодня получила два мешка грунта Агробалт С 250 литров. И вот хочу показать. Вот он какой. Но я довольна. Это прекрасно все. Вот. И сейчас покажу мой старый мешок. Вот его прям видно, он какой. И по краям все рыхленький. Он какой прекрасный, шикарный. Я очень довольна. Мои хорошие, кому надо, заказывайте, пока не поздно. Вот такой шикарный грунт. И теперь вам покажу мой грунт Агробалт, который я покупала. Это тоже у нас в городе Уфе за 1800. Когда? В октябре, что ли, месяце? Уж я чуть точно не помню. Вот он вот такими комками весь был. Вот я вот так снизу все... Вот это вот так вот ковыряю. Он вот такой. И вы знаете, вот он как. И вот запах, я не буду говорить, но если у кого есть котята, в общем, вот такой неприятный запах. И вот я так ждала этот грунт Агробалт. Но я сейчас что хочу сказать. Вот, он, в принципе, тоже так вот. Но я так думаю, что он был перемороженный, потом он растаял. Он, конечно, вот так суховат. Но я вот что хочу сделать. Вот этот грунт и вот этот вновь, который прибывший. Конечно, мне этот больше нравится. Я хочу укоренить два росточка. Один в этом грунте, один в этом. И покажу, в каком грунте лучше растет корневая. Вот есть разница или нет. Но еще и потом расскажу, что было. Доставку не хотели делать. В общем, истрепали все нервы. И так у всех сейчас погода такая, давление. А тут еще хуже все получилось. Вот видите, вот даже по бокам я беру. Ну-ка. Нет, и прям приятно грунтом пахнет. Вот просто насыпала грунт. Это новый. Это старый. Это старый, это новый. Вот здесь у меня детки с фрагмента листа. Вот фрагмент листа уже. И вот сейчас я две деточки возьму и посажу в стаканчики. Вот я взяла, написала старый грунт, 200-граммовый стаканчик. И вот теперь вставлю сюда деточку. И хочу потом показать... И потом покажу, как корневая система будет развиваться. А вообще, что хотела сказать. Когда пришел грунт, для меня заказывает девушка одна. Ну, молодежь же грамотная. И, значит, сейчас... Вот я посадила, сейчас подпишу. И нам, значит, звонит этот, кто должен доставить, и говорит. Я не могу, грунт тяжелый. Возьмите, откажитесь от него и закажите килограммы поменьше, литры поменьше. В общем, столько нам нерв вытрепали, это вообще невозможно. И я ему говорю, я же 4000 заплатила, а вы мне говорите, ну как сказать, откажитесь и возьмите поменьше. И когда уже я только сказала, что я говорю, мы вам напишем плохой отзыв, и всем я начала звонить, кто может привезти мне грунт. И в итоге он мне потом звонит и говорит, все, я вам грунт везу. А вообще это у нас в городе Уфе, так, улица Ульянова, 24, а доставлял грунт, так, Кадыров Игорь. Так что, кто проживает в Уфе, я ищите другого, как сказать, ну, кто доставляет грунт или другую доставку. А вообще грунт, я вот говорю, что я осталась довольна. Это значит на Валберес я заказала. Девочки, кому надо, все-таки это, как сказать, это тоже хороший, но вот он просто был пересохший, а вот это прям чувствуется влажный. Ну вот я и хочу показать, как будет корневая система расти в том и этом. Хотя у меня тоже цветочки растут и на этом. В общем, если кому надо, что сейчас можно заказывать. Валберес. Ну вот и все, все-таки на доброй ноте хочу закончить. И хочу показать сеянец. Так, Ея Норд. Вот такой раскрылся бутон. Большой, шикарный. Может, здесь плохо видно. Очень большой. 100-граммовой рюмочке.
Ну все, всем всего доброго, пока-пока. Всем пока!